Доброе утро, меня зовут Екатерина Яцкевич, и сегодня я расскажу вам все самое интересное о формуле здоровья. В прошлый раз мы говорили о подагре, чем вызвана эта болезнь и по каким критериям выставляется диагноз. Сегодня в формуле здоровья о том, как купировать острый приступ. Подагра вызывает хронический артрит, но возникает он вследствие повышения мочевой кислоты в крови. Ее соли откладываются в суставах, отсюда и воспаление, и постепенное их разрушение. Спутник подагры – боль в суставах. Когда недуг обостряется, боль очень сильная. Помочь при приступе могут нестероидные противовоспалительные средства – ациклофенак, мелоксикам. Однако на лекарства надейся, но сам не плашай. Вот что говорит наш эксперт. Первое – это состояние покоя. Второе – придать конечности возвышенное положение. Тепло здесь не поможет, то, что делают иногда пациенты, вызывая ухудшение течения приступа. А вот холод может помочь. Элементарная ванна, холодная вода плюс кубики льда могут несколько облегчить эту боль. Необходимо достаточный объем жидкости, который пациент в это время потребляет. Если нет каких-то противопоказаний, связанных с сопутствующими заболеваниями, сердечной недостаточностью, с почечной недостаточностью, то 1,5-2 литра жидкости пациент должен выпивать. Пить нужно либо обычную питьевую воду, либо щелочные минеральные воды. Если не помогают нестероидные противовоспалительные препараты, бывают ситуации, когда мы используем колхицин. Препарат, который известен в медицине давно, который является алкалоидом растения безвременника, который хорошо известен в Беларуси и растет достаточно часто на многих приусадебных участках. Но здесь тоже необходимо помнить о наличии побочных эффектов, и выбор препарата все-таки останется за врачом. И еще во время приступа ни в коем случае нельзя начинать прием аллопуринола. Это может только усугубить ситуацию. А вот если вы принимаете этот препарат уже не один год, то отменять его не стоит. Надеюсь, все, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. Все материалы рубрики доступны на сайте ont.by и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, подписывайтесь. До встречи!